Анонс и дата выхода 9 и 10 серии 4 сезона нового сериала «Женский доктор». 9 и 10 серия сериала выйдут на телеканале «Украина» 20 января. 9 серия. Марина беременна тройней. Муж Марины, Станислав, не знает о том, что его жена ждет тройню. Узнав о тройне, Станислав подозревает жену в измене. Карина приходит с мужем на прием к репродуктологу. Доктор Тимченко узнает в супруге Карины известного тенора Блаватского. Но Блаватский не муж Карины, он лишь возвращает ей долг. 10 серия. В клинику с болями привозят Полину, вместе с ней ее мать Яна. Яна подозревает, что дочь беременна, но оказывается, она сдавала яйцеклетки как донор, чтобы собрать деньги на поездку на Аляску. К доктору Родионову со схватками приезжает Ольга и ее муж Руслан. Ольга рожает здорового мальчика, но потом плач ребенка пугает ее, и она настаивает на полном обследовании малыша, при этом скрывает это от мужа. Напомним, 9 и 10 серия сериала выйдут на телеканале «Украина» 20 января. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.